служба 122. Здравствуйте. Что у вас случилось? Оператор службы 122 Наталья Шила еще уточняет, откуда звонок, город и район, и переводит его в регистратуру поликлиники по месту жительства, где пациент записывается на прием к врачу. На смену мы принимаем больше 100 звонков. В основном звонят по поводу вакцинации, о возможности сделать прививку, о возможности сдать тесты на коронавирус, ну и о возможности вызвать врача на дом. Возможность записаться к врачу через службу 122 появилась в марте. Вызовы операторы принимают круглосуточно и бесплатно. Только за прошедшую неделю на номер 122 поступило 1000 вызовов. На каждый оператор должен ответить в течение 10 секунд. А если этого не произошло, через 15 секунд вам перезвонят. С февраля текущего года на помощь операторам принят автоматизированный голосовой робот. Это искусственный интеллект, помогающий консультировать граждан, обратившихся по номеру 122 по вопросам коронавирусной инфекции. Также он способен выполнять функции по вызову врача на дом. Вызовы по номеру 122 уже принимают поликлиники Ростова, Таганрога, Батайска, Шахтного, Шахтинска, Волгодонска и Новочеркасска. У нас организован колл-центр, который в момент пандемии помог нам справиться с большим количеством наплывом звонков и обработать, и ответить на все вопросы. И 122, телефон 122, он интегрирован в нашу систему, которая позволяет в приоритетном порядке дать ответы на вопросы человеку, обратившемуся через эту систему. Работник колл-центра может записать человека к врачу и ответить на вопросы по больничному листу или приему анализов. Такая система избавила регистратуру от очередей. По старинке я прихожу вот сюда в регистратуру, записываюсь к врачу. Как бы очереди не было никогда. Все сразу, срочно, быстро записывают. Бывает, я еще могу записываться через интернет к врачу, как бы тоже очень удобно, но буду пользоваться и этой службой тоже. Экономит время, очень быстро меня записали, все, пришел на прием к врачу без проблем. В планах правительства распространить функцию переадресации вызова с номера 122 на регистратуры всех поликлиник региона. Екатерина Лободина, Юрий Лешко, Первый Ростовский.